Привет, народ. Я, короче, в магазине. Ко мне приехали три сестры из Актау, где город, где я родилась. И они сейчас в Москве будут, поэтому если я буду снимать, и я стараюсь это делать, то вы эти лица будете видеть очень-очень часто. Вон Сонечка. Софья. Ей 11 скоро. Это Варюшечка, средняя. Ей скоро 9. А это Стюша, Стефания. И ей скоро... Нет, ей было недавно 5. И она очень не любит камеру почему-то, хотя она очень милая. Ты что, снимаешь? Да. Зачем? Зачем? Как бы тебе объяснить? Сама задаюсь этим вопросом постоянно. Вот. Так же, как и мои хейтеры. Зачем я снимаю? Ой, резиночки. Ты что, снимаешь, это будешь потом укладываешь? Коричневый. Будешь. Стюш, пойдем к маме. Я еще не выбрала. Не выбрала? Пойдем выбирать. Я хочу милая, еще карандашики себе. Что хочешь? У меня потерялись карандашики. А, ну пойдем искать. Сладко такая. Ну давай, ты в эту сторону хочешь, я в эту. Сюся! Нет, не вынуть. Вы, наверное, думаете, почему я называю ребенка Сюсей. Почему? Сюся. Мне нравится имя. Вот тебе не Стефания нравится. Звать, по-моему, очень крутое. Они меня будут типа в часов 8-9 утра. Я в 5 проспалась. Чокнутая. Я не чокнутая. Берегите ваш сон. Потом будете не высыпаться и думать, боже, почему я не спал в детстве. А я? Прива. Прива. Вот, с этими детьми я с самого их детства, поэтому их очень-очень люблю. Да, Сюся? Ну, обижает меня. А что это такое? В общем, Сюся, это очень милый ребенок. Не, вот там вот так на ногу он бы, мы бы посмотрели. Ага. Окей. В общем, как вы можете заметить, я уже купила себе новое что-то. Это что-то, это кофта и одна еще в пакете, и еще одни шорты в пакете, и шорты еще на мне. И сейчас я пытаюсь найти своих любимых кисочек, но не могу этого сделать уже минут 5. Я хожу по этому этажу, просто не понимаю, где я. Нет, это все некрасиво, Соня. Я тебя, я учу ребенка моде. Золото бриллианты. Ну вообще вот эти ничего такие. А, это такие сережки? Не, это на шею. Я Прима. Ребята, я хочу, чтобы вы сказали что-нибудь на камеру. Давай ты, Варюш. Я уже сказала, да. Понятно. Почему этот фотоаппарат такой мелкий? Потому что он очень классный. Розовый. Воспитание, конечно, зашкаливает у наших любимых девочек. Отдохни. И что скажешь? Рисуй ей рожицу. Эй, там не надо! Мокренько стало щечки. Ты что говоришь? Да, Соль, ты меня уже третий раз спрашиваешь. Я буду это выкладывать к себе на канал в YouTube. Зачем? 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 Чтобы люди познавали сущность бытия. Это как? Я не знаю, я просто говорю набор умных слов, чтобы казаться умнее. Вкусненько вам? Сули, басули. Тани. Супер игра. А почему вы говорите сулифа, не цуефа? Сулифа, надо захватывать сулифа. Давай, сулифа. Сули, басулифу. Тани. Карина, что за подземелье? Закрыла тебя. Я так ничего. Ничего не знаю. Ничего не знаю. Ну да ладно. Она потом это вырвет контакт. Сулипа, сулипа. В Инстаграме и в Ютубе она пообещала. Ой. Зачем я опять с вами здороваюсь, боже мой?
Ладно, я сейчас еду в большой пробочке, поэтому такая, думаю, мне скучно, хочу поболтать. Но рядом никого нет, поэтому я достала GoPro-ху. Значит, песня очень нравится. Мне скинул ее мой друг, Алан зовут. И сказал, я такая, типа, блин, кто это? И он мне такой, типа, говорит, это мой друг. В плане, он делал эту песню. Поет, понятно, женский голос, но, боже. Ощущение, как будто делали в Лос-Анджелесе песню. И... А это знакомый моего друга. Еще был крутой момент. Немножко в шоке до сих пор. Я оставлю название в описании и ссылку на эту песню, если что, вдруг. И могу оставить еще ссылку на этого чувака, чтобы вы могли поискать другие его треки, потому что они тоже ничего такие. Прива, народ! Не смотрите на то, как модно я одета. В общем-то, сейчас мы будем искать путь к ребятам, университетским друзьям. Давай быстрее пойдем. И должны будем спуститься вот тут вот. Ну ладно. Ну, в принципе, я сама смогу. Я же это спортивная, все такое. Вот. Я считаю, очень опасно. Аккуратно. Прива. Я встретила ребят. Мы встретились с Васканом ребят. И обратно возвращаемся к тачке. Ничего, что мы ехали 2.5 часа до сюда по диким пробкам. Еле нашли место, где припарковаться. Но мы как бы отсюда уже уезжаем. Я немножко на нервах, потому что мне хреново. В плане, я никогда... Короче, я не люблю проводить время на тачке. Так много. Вот. Значит, спасибо. Пора в ложиках вернулась. Мама звонит, прошу прощения. Мы подождем. Вот вы знаете, друзья, решаем, значит, мы поездку. Думаем, обдумываем, куда бы нам поехать летом. И пока вот идею предложил мэн армянин, такой, знаете, мускулистый. Да, Васкан Славикович. Ой, спалила отчество на весь YouTube. А, обалдеть. Вот, короче, предложил поехать поездку на... Поездку предложил поехать. Вот, вот он, русский родной. Нам подниматься туда? Да. Великолепно. Обожаю приключения. Короче, мы, возможно, поедем на Кипр. Вот, Карина будет там в купальнике ходить. Да не, не при нас. Я ее раздену, вы не переживаете. Родители никто не переживают, все цивильно, цивильно. Да я уже думала насчет этого. Типа, может ночью ходить загорать, пока все спят. Типа лунный загар. Да, лунный загар, замечательно. Не, на самом деле, Карин, мы тебя там правда разделим. Ладно, Карин, что сейчас чувствуешь в момент того, как поднимаешься в горы? Усталость в ногах, ненависть к пробкам и к навигаторам. А как бы ты разобралась с пробками? Никак, это неизбежно. А если бы ты бы строила свой город, в нем были бы машины? Были бы. Но как бы ты решала вопрос с пробками? Дамы и господа. Ой. Да. На первом канале я за тебя обойдусь. Пожалуйста. Я не обойдусь. Все, покеда. Прива, мы фотаемся. Сели, короче, в кафешку. Давай, сфоткай. Ладно, немножко поснимаем Карину. Карина приехала из Грузии, очень худая и красивая. Ты сейчас удивляешься, но это так и есть. Цветешь не по дням, а... По часам. Карин, и думаю, в Грузии дело. Угораю. Люблю всех. Сейчас вот нас фотографируют. Прива. К нам присоединился Кирилл. Прива. В общем, мы едем в кино на фильм «Удалить из друзей», правильно? Да. Я, Фара и Юля. И сейчас еще заедем за Оском. Это мой одногруппник. И там еще встретим Пашу, Никиту, Лола. Кто там еще будет? Галя будет еще. Итак. Короче, мы в туалет спустились. Тут Галя и Юля. И Галя. Я мою руки. А мне тоже надо. Блин. А я не буду. Черт. Ладно, пока.
Вот, значит, сказали мы Гале, что у нее классная новая притча. Вот. Сейчас мы идем к ребятам. И нас посадят уже на удалиться с друзьями. Ты объясняешь, что на фотке, потом сравниваешь две фотки. Я офигел. Не знаю, я говорил, что мы снимали. Куда устали? Тип закрытый предпоказ. Привет. Хочу сделать селфи с вами. Даго. Пришли, короче. Зависит. Вот.